Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. По словам главы государства, в нынешних мировых реалиях невозможно предотвратить попадание болезни в страну. Однако можно максимально снизить риски и пресечь передачу вируса здоровым людям. Помимо всех медицинских и санитарных мер, будет перенесено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок. Также, чтобы предотвратить распространение вируса, президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть на перерыв большинство учреждений страны уйдут с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Ставропольцы с подозрением на коронавирус дождались результатов своих тестов из лаборатории в Новосибирске. Из 10 проб лишь одна оказалась положительной. Таким образом, сейчас в крае 2 официально подтвержденных случая болезни. Последние данные сообщил на своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров. Он рассказал, что исследование по одному ранее изолированному пациенту пока не закончено. Кроме того, в Новосибирск отправили еще одну пробу. Это также человек из окружения первой заразившейся в крае женщины. Владимиров призвал земляков соблюдать спокойствие и не доверять информации из сомнительных источников. Почти 1000 новых мест в детских садах, строительство детской больницы и школ. Это краткие итоги работы регионального Минстроя в 2019-м. Их накануне подвели ведомстве. Так, благодаря программе «Молодая семья» свое жилье обрели 148 супружеских пар. А в 2020-м квартирами обеспечат еще почти 1400 семей по краю. Одно из приоритетных направлений Минстроя – программа по переселению граждан из аварийного жилья. В прошлом году удалось обеспечить квартирами 55 человек. Еще 200 в этом году отпраздновали новоселье. Кроме того, общее количество введенного в эксплуатацию жилья на Ставрополье увеличилось на 23%. В Ставрополе в Международный день театра пройдет первый онлайн-концерт духового оркестра, который организаторы назвали «Весне быть». Интернет-пользователи смогут в режиме реального времени выбирать композиции. Для этого необходимо перейти на страницу Дворца культуры и спорта в социальной сети ВКонтакте и подключиться к прямой трансляции. Концерт состоится 27 марта в 19:00. Путепровод, построенный почти 50 лет назад, отремонтируют в Минеральных Водах. Он соединяет между собой две части города. За годы эксплуатации дорожное полотно практически разрушилось. Ежедневно там проезжает почти 3500 автомобилей в час. Протяженность строительного участка более 700 метров. Завершить все работы планируют в 2021 году.